убийцы. Вот все говорят о некой драке, которая имела место быть на телеканале НТВ между вами и господином Полонским. Вы не могли бы нам это прокомментировать, рассказать, правда это, Антон, или неправда? Это же выложено. У меня было вообще все полтора часа впечатление, что он абсолютно не в себе. Что он там, ну, оскорблял людей, перебивал их. Потому что, извиняюсь, если бы у нас Сколько? Сегодня был... Можно секундочку? Да, спасибо большое. Можно я закончить свое выступление? Это вопрос, наверное, в первую очередь к Ольге Романовне. Да что же вы людей-то за идиотов считаете? Ну, все это знают, все понимают. Как его там, вел себя крайне агрессивно. Памятник ставить Кудрину, а вас нужно связывать. Давайте массаж, массаж тебе сделаем. Чтобы вы бабло не зарабатывали немерено. Да ладно, руками тут махать. Давайте, махать массаж. Вера, дай поговорить. Вам лишь бы денег побольше. Я вообще человек очень спокойный. И мне НТВшники там говорят, вот Лебедев единственный, кто молчит, не перебивает. Там еще женщины, что не давали сказать, ни Оле Романовой, ни Мире Ясиной. Что ограничить очень сложно, точнее нельзя. Нет, нет, нет. Во Франции и в Бельгии ограничить. Действуют законы. И каждый год рассчитывается ставка максимально. Нет, все просто, свыше этого ростовщичества. Если а я не вижу здесь никакого ограничения высока, свободы бизнеса. Люди туда не идут, если это запредельная ставка. Ир, ну они не понимают. Ир, ну они не понимают, что она уйдет. Лисовский сидел слева, Сергей. Знаете, я смотрю, к сожалению, здесь нет ни одного производственника. Ну, может быть, Лебедев занимался производством. Сергей, этот товарищ у нас, он торгашом был. А? А, торговцы, конечно, нужны, но, к сожалению, Сергей, в России живут только... Но мы уже слышали ваше мнение. Нет, у нас, к сожалению, я понимаю, но у нас нам надо людям рассказать, что их ждет в будущем. Я ровно это и рассказываю. Я понимаю, но вы, к сожалению, ошибаетесь, потому что вы, наверное, мало ездите по стране, мало встречаетесь с нормальными людьми. Я вам скажу другой пример. 92% населения считает себя бедным. А вот давайте мы зададим вопрос. Артем Михайлович, можно? А кто считает себя бедным? Вот здесь, поднимите руки. Ну, то есть реально 90%. Сейчас Александр Евгеньевич Лебедев владеет несколькими газетами за границей и владеет некоторым количеством бизнеса за границей. Последние данные показывают, что проблема с коррупцией очень сильно уменьшилась. Да? И вот я объективно по себе Где? Скажу, сейчас, можно секундочку, по своей Когда компании. Когда деньги закончились, ко мне, Сереж, у тебя, конечно, проблем стало меньше. Я охотно верю. Новые лидеры. Новые идеи. Решение. Поднимите руки здесь, кто не хочет себе купить квартиру или улучшить жилищные условия. Кто не хочет. Герман Львович один. Ты производил жилье для коррупционеров, которым было все равно, сколько стоит квадратный метр. 10 тысяч долларов, 20. Им было надо было куда-то спрятать свои деньги, потому что они не могли. Кого мы слушаем? Человек, который не занимался никогда производством. Который просто торговал, покупал дешево, продавал дорого. Ну о чем мы говорим? Что он понимает в экономике, что он понимает в нашей стране? Да послушайте меня. Вообще, нашли эксперта. Ну издевательство какое-то. Можно секундочку? Да, спасибо большое. Но первое, я бы что хотел сказать, да, просьба, со мной больше никогда не здоровайтесь, хорошо? Потому что, ну, я удивлен, что вообще такие люди, мне неприятно с вами сидеть. Вы... Я в шоке от того, что вы говорите, там, обозвали Женю, там, и так далее, а сами... Почему? Я всегда заявлял, что я считаю, что торгаши – это недостойно. Хорошо, понятно. Для кроме вас человека. Никто ничего не делает. Мужчины. Понятно. Что мужчина – это больше... производитель, он должен созидать. Я тебя прощаю, потому что для меня ты упитанный мальчик, не знающий жизни, не знающий своей страны. Сделал компанию номер один в мире по ритейлу, чтобы было понятно. Да ладно твоя компания. Давайте так. Реализация мужского начала. Я купил дешево, продал дорого. У нас, конечно, плохо с промышленностью. Ну, реально, мы, видимо, и авиастроение потеряем в ближайшее время. Второе. Ну, конечно, если наша политическая система не будет давать нам влиять на власть. До кризиса мы занимали первое место по благотворительности. Да, мы это Мирокс? Да, это компания Мирокс. Это первое. Второе. Как вот это тот мальчик. Сейчас, секундочку, Саш, помолчи. Помолчи, пожалуйста. Сами себе дали его, что ли? Это просто интересно. Вот этот мальчик, да, пухленький, там, как сказали, здесь, справа, там и так далее. Я слышу, что не подкалывают. Построил 3 миллиона квадратных метров. 5 раз меня уже тут. Тут все у нас главные, значит, одни летчики, другие, значит, курятники там и так далее. Я уже просто устал. Честно говоря, желание просто дать в морду, понимаете? Так вот. Слушай, попробуй. Ты хочешь проэкспериментировать? Давай. Ты хочешь проэкспериментировать? Ты что, совсем сдурел, что ли? В самой записи четко сказано, что он предлагает дать в морду. Я спрашиваю мне. Он говорит, поэкспериментировать хочешь? Что-то он со мной на ты. Ты совсем сдурел, что ли? Дружище. Александр Евгеньевич, пожалуйста, я понимаю, что это будет красиво, но я вас умоляю, чтобы люди уже дрались в этой истории. Делает движение, я просто, чтобы его нейтрализовать, я...
Давайте эту охрану сюда зовите. Что охрану? Помню это правило против советских хулиганов советского времени. Если подходит незнакомый хулиган подворотни, говорит, сейчас дам морду, лучше не пропускать первый удар. Я много раз пропускал, и это плохо кончается. Охрану сюда зовите. Что охрану? Давай, давай, что ты? Ждешь, что я очки сниму? Слушайте, вы... Ну, давай, смели, что ты? Пожалуйста. Да, не, ну что такое-то вообще? Ты совсем сумасшедший, Саша? Я вообще, я в шоке. Я как бы все это взвесил, это же никакого состояния эффекта здесь нет. Так ты руки не распускай просто, и все. Спросил, я руки? Да, ты. Тем более, что я сделал очень корректно это. Не в каком-то таком... Давайте, давайте, не будем это делать нет, в Саша. Этой студии, пожалуйста. Вы в своем уме? Слушай, ну я слушаю, два часа сижу. Я на самом деле довольно вежливо повел себя, корректно. Я ничего не понял. Я ничего такого даже не сделал. Ударил ему правый прямой, почему? Он правый прямой, а левый он как бы там, ну, чуть оттолкнул, может, чуть ударил его. Просто, ну, очень хорошо. Технически он ударил его, все здорово. И в конце было ясно, что он, оказывается, помнит, что когда я был депутатом, я сообщил об этой трещине в башне Федерации. Вот этот человек, например, да, там, 3 года назад сказал, что башня Федерации...